В своем видеообращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих с Рождеством и напомнил о значении этого праздника. Дорогие братья и сестры, Рождество – это праздник, в котором мы вспоминаем пришествие в мир Спасителя. Он приходит, чтобы соединить людей с Богом и принести человечеству освобождение от греха. Но приходит совсем не так, как его ждали народы. Своим рождением Христос показывает, что для Бога не важны земные условности. Он не гнушается появиться на свет в хлеву и лежать рядом с животными. Он одинаково принимает и простые поздравления бедных пастухов, и царские дары от восточных мудрецов. И такое пришествие в мир Бога вовсе не случайно. Он хочет сказать нам нечто очень важное. Человеческое общество всегда строилось на принципе разделения. Удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Этот ряд можно продолжать долго. Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира – это последствия греха. Поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями. Именно этому учит нас Господь. Но одними человеческими усилиями победить в себе грех невозможно. Нужна божественная помощь. Поэтому Спаситель предлагает нам самое главное – себя. Он дает каждому человеку уникальную возможность соединиться с Ним. Это соединение происходит в Церкви через участие в ее таинствах. Когда мы приходим ко Христу, устраняются все противоречия, стираются социальные различия. Христос любит каждого из нас. Дорогие мои, рядом с вами наверняка есть тот, кто нуждается в вашей поддержке. Праздник Рождества Христова – прекрасная возможность явить свои лучшие человеческие качества, подарить радость и любовь людям. Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог. Пусть же Рождество Христово вдохновляет вас на добрые дела. Пусть благословение и помощь родившегося Спасителя пребывают с вами на всех путях вашей жизни. Храни вас Господь. Еще раз с праздником, дорогие мои.